Зимний областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проходит уже второй раз подряд в Щелкове, в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. В фестивале приняли участие команды из более чем 35 муниципальных образований Московской области. Состязания проходили по бегу на 2 и 3 километра, стрельбе из пневматического оружия, сгибанию, разгибанию рук и подтягиванию, рывку гири, поднятию туловища из положения лежа и наклону вперед из положения стоя. В командах были представлены спортсмены в различных возрастных категориях комплекса ГТО. Конкуренция достаточно большая, потому что приехали наши постоянные партнеры и соперники по площадке спортивной команды из Подольска. Ну, одним словом, здесь сильная, серьезная борьба, но мы надеемся на хороший результат. УСК Подмосковья добился больших результатов в реализации комплекса «Готов к труду и обороне». 4 года назад здесь был открыт центр тестирования ГТО, и в 2017 году он признавался Министерством спорта России лучшим в стране. Вклад щелковских организаторов в развитие движения ГТО высоко оценил кавалер Олимпийского ордена советник министра физической культуры и спорта Московской области Владимир Пантелеев. Я могу сравнить и сказать, что аналогичные соревнования проходили и раньше, но так как здесь организовано в Щелково, это проходит на высоком, как мы говорим, организационном уровне. И за это большое спасибо и местной администрации, и спортивным руководителям города. Физкультурники из Щелковской спортивной школы в прошлом году уже побеждали на областном фестивале и достойно представляли Московскую область на всероссийских соревнованиях в Сочи. И ребята все отдавались, умирали, можно сказать, на беговой дорожке, но не было таких, которые просто сдавались, бились все до конца. Бойцы, можно сказать, и девочки, и мальчики. Вот это мне понравилось. Усилия тренеров и спортсменов из Щелково и на нынешнем областном фестивале ГТО не оставили их соперникам никаких шансов на победу. Так же, как в прошлом году и в нынешнем наша команда заняла первое место и будет представлять Московскую область на всероссийском финале соревнований физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.